Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели акцию «День без автомобиля». Ее приурочили ко Всемирному дню без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Автоинспекторы обратились к гражданам с просьбой на время отказаться от поездок за рулем. По словам представителей подразделения, мероприятие преследует две главные цели – улучшение экологической обстановки и повышение безопасности дорожного движения. Каждому участнику акции инспекторы желали счастливого пути и дарили красочные информационные буклеты.